В одной квартире делают ремонт, а жильцы двух домов наблюдают из своих окон, мягко говоря, неприятный результат этих работ. К этим зданиям по улице Димитрова и Менделеева регулярно приезжают мусорные машины, которые не обязаны вывозить строительный мусор. Это должно происходить за счет того, кто затеял ремонт. Понятно, что это будет теперь убирать управляющая компания, но я бы посоветовал все-таки управляющим компаниям поговорить с старшими по домам, выяснить, чей это мусор, привлечь соответствующего человека к ответу, чтобы он все-таки вывез это. Вторым объектом осмотра санитарной комиссии стала парковая зона в районе Березовой рощи. Здесь сложены ветки, которые природе не вредят. Со временем они станут удобрением. Но к этим кучам постепенно добавляется бытовой мусор, который приносят горожане из окрестных домов. Все люди, которые покупают продукты, вместе с ними покупают эту оберточную упаковку, то есть которая потом затем превращается в бытовой мусор. И они при приобретении являются собственниками этого мусора, поэтому они должны нести ответственность до конца, до полной утилизации данного мусора. Вывод один, и напрашивается он сам собой. Горожанам удобнее выбрасывать мусор на улицу и нравится любоваться такими красотами. А вот следить за чистотой и порядком почему-то не под силу и не по нраву. Евгения Клименская, Анжелика Барвинок, новости Димитровграда.